Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у нас в гостях блогер, це по-любому можна сказати, юрист, дуже фаховий юрист, Єлена Ляшенко. Я радий тебе бачити у нас в студії. От, дуже багато питань зараз накопичилось і... Перше питання. Спасибо, ну, здравствуй. Не треба, ми і так почнемо. Да. Хотілося б, на жаль, ти знову була права. Ти передбачила, що пані Венедіктова нічого не буде робити на своїй посаді. І ми зараз спостерігаємо, що ці справи, які дуже гучні справи, які хоч наше суспільство хотіло б побачити, щоб вони якось вирішились, вони не рухаються нікуди. Звідки ти це знала? І, будь ласка, що буде далі? І чому от так? Ну, для початку я скажу, що коли її назначили, я все-таки виразила їй, скажімо так, таку підтримку і надіжди на встановлення справедливості і все-таки грамотну кадрову політику. Тобто я все-таки вважаю, що потрібно було, це було правильно і потрібно було показати, що юридичне сообщество, і не тільки в моєму лице, багато юристи, адвокати точно так же виражали свою підтримку. І що є на кого опереться в майбутньому при прийнятті законних рішень. Тобто їй не потрібно буде оглядатися на активістів, якихось там бродячих артистів. Тобто у неї є підтримка юридичного сообщества. Я вважаю, що це було дуже важливо, дати їй такий сигнал. Она этот сигнал получила и что сделала? И сделала ровным счетом ничего. Да, мы понимали, что, конечно, очень велика вероятность получить рябошапку номер два, в принципе, что и произошло, потому что все ее действия только об этом и говорили. Да, она оглядывалась на активистов, она уважает Стерненко, точно так же рябошапка. Пану Стерненко, я перепрошу. Да, она конечно, так, за господина, да. То есть она, как рябошапка, пил с ним чай в кабинете, точно так же Венедиктова с ним вот какие-то вступают диалоги. При этом Стерненко ей мстит за то, что она его не замечает, она не исполняет решение суда. Может, она мало цукру поклала до чаю, и от того он сделал такой перформанс перед будівлею. Ну, перформанс – это еще цветочки. Это цветочки. Сейчас будут ягодки. Значит, суд, Печерский суд, обязал генерального прокурора передать дело по подследственности, да, потому что оно незаконно находилось в СБУ. Рябошапка принял это решение о передаче дела в СБУ незаконно. Решение, да, потому что СБУ не расследует убийство. Это не надо быть семи пядей во лбу, да. И у нас четко в законе написано, что да, хотя генеральный прокурор определяет, ну, в принципе, прокурор определяет подследственность, но это же должно быть мотивированное решение, а не просто вот давайте там спрячем его, пусть полежит, да. То есть суд признал, что это было немотивированное решение, что подследственность была нарушена, что это было незаконное решение и обязал генерального прокурора уже Венедиктову передать нас в полицию, чего она не сделала. И за что она получила привет от Стерненко. Он посмотрел на это все, посмотрел, какой у нас слабый генеральный прокурор. Ну, если он такой слабый, ну почему же не воспользоваться этим, правда? И что он сделал? Он зарегистрировал против нее уголовное дело. То есть уже на сегодняшний день по жалобе Стерненко вышел антикоррупционный суд, обязал НАБУ, да, прекрасный наш антикоррупционный орган, расследовать дело против генерального прокурора за, ну, естественно, коррупционное деяние, за то, что она не задекларировала там свои доходы и вот те нашумевшие часы. Ну, у человека там часы, да, да такие годинники непогані. Да, то есть вот, пожалуйста, такой был фидбэк отличный, я считаю. То есть это такая ситуация. Це як на, перепрошую, коли якісь там свята відбуваються, тамада хороший, да, конкурси хороші, да, і тут 11 лець залишився, і треба під музику, хто перший його займе, той перемагає. І пан Стерненко, в принципі, в цьому питанні переміг. Він перший всівся на цей... Ну, утер. Он красиво от утер генеральну прокуратуру, я считаю, на сьогоднішній день просто утер. От все. Просто
надо было не сидеть, не ждать, не хороводиться, там, не оглядываться, не сказать, как я уважаю активистов, там, не расшаркиваться, а принимать законные решения. Для этого мы ей поддержку и выражали в свое время, хотя у нас были, конечно же, обоснованные опасения, мы понимали все риски, что генеральный прокурор – это сразу такой фигура, все риски, которая… Все риски, отрошены и риски. Да, да, фигура, которая сразу же начинает слушать посольство, там, послы звонят и говорят, что этого не трогайте, то есть все звонят, да, мы, ну, это надо… иметь, опять же, таки силу воли противостоять. Но опять вот очередная история, когда не оказалось ни силы воли, да и компетентности, по большому счету, тоже нет, будем говорить честно. И, в принципе, мы тоді вже не будемо чекати якихось таких кроків, на які ми чекали. Тепер просто ми вже чекаємо, що знов рябошапка номер 2 піде і з'явиться хтось, якась вже нова людина, яка теж буде підготовлена, мабуть. Я тепер розумію, що вже не важливо, хто поміняється, взагалі не важливо, який буде наступний генеральний прокурор. В принципі, вже навіть не треба об этом вести річ. Там, да, були посили, що треба Венедіктову в відставку. Да, вже не треба Венедіктову в відставку. Тут треба всіх в відставку, от просто всіх. Сразу. Тут треба перезагружати всіх. Редакція, не поділяю ваших думок. Вони абсолютно, ну тоді моє личное мнение, привет, Назрада. Вот, это, ну, потому что они полностью зависимы. Они зависимы от внешнего давления. Они оглядываются на активистов, на кадров расставленных, опять же, извне, да, те, кто у фонда Сороса на зарплате. То есть, ну, они не готовы отстаивать тобто интересы государства. Не до конца, как на мою думку, а может, краще на думку наших громадян, чтобы я... Нацрада, привіт, да. І наші громадяни думають, що, по-перше, по цьому питанню недостатньо, відповідно, діяли представники влади. І стосовно 2 травня. Це дуже сумна дата. Не знаю, як її пан Тищенко назвав, але для мене це особисто сумна дата. І ми побачили, що на цю дату, якщо й було звернено якась увага з боку президента, з боку інших представників влади, але, як на мою думку, воно запоздало, і вони постаралися якось між капельками обійти і не сказати прямо, що саме відбулося. І та заява, яку ми почули від МЗСу, її можна, ну я так вважаю, що це можна прив'язувати її до адміністрації президента, бо я не можу собі уявити, щоб, наприклад, один орган казав одне, другий – друге. Ага. Це розкалібрована тоді система. З цього питання у мене виникає, ну я правий, коли я кажу, що вони… Администрация президента має точно таку ж саму думку, як і МЗС. Ви розумієте, да, потому что, ну, судя по тому, что аж там до 3:30 президент ждал, чтобы выразить какие-то свои там соболезнования, да, ну, трагедия ужасная, страшная трагедия, вопиющий случай вообще. И до сих пор не расследовано, не установлено никакие факты, никакие там виновные не привлечены к ответственности. Ну, може, дійсно просто не вистачає їм документів, може, мало цих зйомків, які робили да, під час, ну, прямого, да, ефіру з Кулікового поля. Я не знаю, чего, каких еще реформ им не хватает, да? Каких-то, видимо, еще реформ не хватает в этой стране, чтобы наконец-то все уголовные дела, которые вот загнали страну в сегодняшнее положение, да и по Майдану, и по расстрелу людей, и по Донбассу, и по Крыму, и по всему, да, и по 2 мая, поставить точку и закончить это все. И показать, что вот справедливость, она таки есть, да, истина установлена в деле, но мы этого не видим. И президент ждал вот до 3:30. Я не могу понять, что. То есть он смотрел реакцию людей, а не забыли ли люди про это 2 мая? И когда он увидел, что там в 6 рядов уже цветы лежат, и люди идут, и идут, и идут, и соцсети бурлят, и информпространство просто 2 мая, все, он понял, да, надо что-то сказать. Надо что-то сказать, как-то не получится сделать вид, что але не было. Таке враження, що президент порахував, що ці квіти принесли якраз активісти, а не люди, які... Ну, вот это вопрос, очень большой вопрос к кадрам, которые его окружают. Я понимаю, что президент не может там отсматривать сам все видео, там читать все материалы, да, в информпространстве, но к пресс-службе вопрос, коммуникации с другими министерствами, тот же МИД. То есть либо МИД вообще не подчиняется президенту,
хотя это прямое подчинение президенту, да, министр иностранных дел, это напрямую подчиняется президенту. Вопрос, а почему до сих пор работает? То есть если министр после такого заявления, которое идет вразрез с позицией президента, работает, ну, значит, это было согласовано, наверное. Либо же какой-то настолько раздрайв коммуникации внутренней, ну, тогда тоже надо решать эти вопросы. То есть власть либо настолько слаба и некомпетентна, ну, либо ее просто уже нет, и на уровне каких-то министров, да, у нас там Аваков, например, сам руководится. Особенно телефонное право. Да, абсолютно. Министр иностранных дел показал, что он тоже сам по себе, в принципе, может выражать свою позицию, и не важно, что там президент сказал. Незалежні країні, всі мають бути незалежними. Ну, да, абсолютно, всі незалежні, да, всі. От здравого смисла в першу очередь. Ну, стосовно, да, стосовно цієї всієї комунікації, хотілося б дізнатися, наскільки нам, ну, це фахову думку хочу почути, наскільки нам необхідні САП, НАЗК, НАБУ, інші такі дуже важливі, як нам кажуть західні партнери, органи контролю. Ну, в этом году, вообще было вот в апреле 5 лет создание НАБУ. Да. Юбилей. Відсвяткуємо. Юбилей. Або роковини. На украинском очень хорошо мне нравится это слово. Роковини. Потому что за 5 лет создания НАБУ, в принципе, коррупционеры никуда не делись, все прекрасно процветает. Более того, сам руководитель НАБУ стал коррупционером, признанным коррупционером. По нему есть приговор суда, он внесен в реестр коррупционеров. Ну, ему это не мешает дальше заниматься антикоррупционной деятельностью. Ну, я не знаю, где такое еще в стране существует, какой, в принципе, это возможно. Дальше они говорили о том, что у них не получается расследовать вот в начале, да, на заре их там создания, деятельности за сумасшедшие там деньги. Ну, не получается, суды плохие. Создали для них специальный суд. Да, высший антикоррупционный суд, специальный суд, в обход Конституции, нарушив все, создали. Ну, уже не скажем, Конституция уже не скажем, что и НАБУ в обход Конституции, да, у нас нет такого органа. Но ладно, ладно, очень много коррупции в стране. Ладно, хорошо. Уже суд создали в обход Конституции, тоже специально для НАБУ. Вот, пожалуйста. И что? И, пожалуйста, значит, за, по-моему, год существования антикоррупционного суда, ну, какие-то такие там точечные мелкие приговоры, там, ну, ну, что-то вот вообще такое прям смешное, да, никаких там громких дел, почему-то все вздыхает на стадии расследования у нас, да, то есть им не хватало суда, суд есть. Не смогла, я кто кажет, да. Не смогла, но вот не смогла. Хотя поэтому 14 тысяч гривен, все ж. Змогли, да, повернути. Дуже прикро, да, що на отримання мільярд тратять, но це зовсім інше питання. Це дуже серйозне поповнення державного бюджету, согласна з вами. 14 тисяч гривень на дорогі не валяються теж, тому не треба. Но, да, в общем, вся эта антикоррупционна інфраструктура, да, що це іменно інфраструктура, вот така вот сумасшедшая, трьохступенчатая, НАБУ, САП, ВАКС, да, все вот это, НАЗК, ну там, это все абсолютно себя, ну, мягко сказать, не оправдало, оно полностью дискредитировало. Но вони, получается, ну, один орган, например, занимается чиновниками, да, топ-чиновниками, інший орган, там, например, кимсь іншим сословия. Ну, а чому тоді, може, ми окремо будемо, зробимо якийсь орган, який буде займатися уборщицями, наприклад, потім бухгалтерами окремо. Ну, так нормально, и уже мы так будем... Вам мало мовного омбудсмена, там еще какого-то вот, омбудсмена, так, треба, там, да, да. Там по каждому того, вопросу омбудсмен. Может, это потому, что не до конца не все свои населения смогли, ну, включить, то треба, да, допрацювати, и тогда каждая единый сфера общественной жизни, да, должна быть отрегулирована законодательно и специально созданным органом на самом жестком уровне. Ну, так, вот, да, все, домохозяйка. Все. Да. Окремо по домохозяйкам. Да. И все. Ну. Не, ну, по сути, да, мы к этому и пришли. То есть у нас чем занимается НАБУ? Ну, масса вопросов вообще к их компетентности. Вот недавно был тоже известного блогера ролик, где он выложил, да, комментарий детектива НАБУ в закрытой группе прокурорской, 95 прокуроров, 95. То есть, в принципе, это уже публично. Это там достаточно, да, где он радовался трагедии 2 мая. То есть детектив НАБУ
на минуточку, внимание, да. Никогда, это, ладно, там какие-то активисты бродячие что-то там говорят, что это перемога какая-то. Ладно, этот, ну, Тищенко, ну, его интеллектуальный уровень всем понятен. Там, но детектив номеры, НАБУ, да, детектив НАБУ, ты все-таки проходил какой-то спецотбор в этот орган. Ты же государственный человек, да, ты как бы знаешь законы Конституции, в отличие от Тищенко, он не знает ничего. Но ты же, как ты можешь радоваться событиям 2 мая? То есть, ну, вообще абсолютно неадекватные кадры там подобраны. Вот и все. Цікаво, цікаво. І враховуючи те, що ми під час нашої розмови декілька разів звернули увагу, що не завжди дотримується наше керівництво Конституції. Ну, таке буває. Я не фахівець, мені так здається. І деяким людям теж так здається. І от хочу перейти до людини, про яку зараз говорить вся Україна. Це Анатолій Бондаренко. Це мер Черкащини. І тут питання приблизно наступне. Хто правий в цьому питанні? Мер, який каже, що треба зупиняти цей карантин, і тому що він несправедливий, бо комусь можна працювати, наприклад, епіцентру, а інші люди мають терпіти, сидіти вдома. Чи наше безпосередньо наш уряд, який каже, що ні-ні-ні, треба до 11-го посидіти вдома, а зараз вже вони хочуть до 22-го, ну, ще краще. Здесь... Кто моя рацию? Ну, начнем сначала, что, как мы уже говорили, в принципе, что карантин, он немножко такой, ну, меры, да, карантина, они немножко такие полузаконные. Да. Да, потому что эти ограничения, которые были введены, они не соответствуют тому, вот, скажем так, возможным нарушениям. То есть у нас в стране чрезвычайная ситуация, а не чрезвычайное положение. Стан, да. Да, а не чрезвычайное положение. То есть такие жесткие ограничения, там, передвижение, ну, вот эти все масса-масса ограничений, они невозможны, в принципе, в условиях чрезвычайной ситуации. Они возможны только в условиях чрезвычайного положения. Поэтому, если нет чрезвычайного положения, эти карантинные меры, да, они полузаконны. То есть часть подпадает, а часть как бы превышает возможные, да, меры. В связи с этим есть несколько исков в административном суде о том, что эти карантинные меры незаконны. А вот этом постановлении Кабинета министров, да, о введении карантинных мер, что оно не соответствует Конституции и так далее. Поэтому, с одной стороны, да, мэры должны подчиняться, конечно же, и понятно, что это общегосударственная позиция введения карантина. И тут они уже, если идут таким путем, то это на свой страх и риск. Потому что хорошо, если никто не заболеет, эпидемии не будет, они ослабили карантин, и все это хорошо закончится. Но если, не дай бог, конечно, ответственность у них возрастает в связи с этим. Но с другой стороны, да, если посмотреть, что... Этот карантинные меры применяются очень избирательно, и власть реагирует на нарушения очень избирательно, например, не замечает тот же велюр, тот же эпицентр. Более того, не то, что як не замечает... Велюр помітив пан Ляшко, да. Але задний вход, ну, як завжди. То есть не то, чтобы они их не замечают, они даже так довольно цинично говорят, так а промышленные магазины пусть как хотят. Хотят, работают, хотят, не работают. Все говорят, как? Вроде бы для всех мы вели. Мы им порадовали, чтобы они, да, не работали. Да, только говорили, что такие... только продуктовые магазины могут работать, промышленных товаров не могут. Ну, они сделали вид, что чуть-чуть можно. Ну, если очень хочется, то можно. То есть, в принципе, если такая идет позиция, что если очень хочется, то можно, то почему бы и мэру этим не воспользоваться? Тем более, если за это как бы срез общества его, да, его электорат показывает, что они поддерживают. Да, и там было решение же совета. Вот, городского. Поэтому тут как бы с одной стороны он прав, потому что нельзя избирательно применять законы, да, и постановление Кабмина, это ненормально. Кому-то можно, кому-то нельзя. То есть закон один для всех, они же это декларировали, когда шли к власти, да, но мы этого не видим. Но с другой стороны, нарушение карантинных мер, конечно же, повлечет какую-то ответственность. И в суды он немножко, я думаю, походит. Тобто трошечки владі можна, трошечки владі на місцях можна. І головне про це, щоб вони знайшли спільну мову і якось домовились. А якщо не знайдуть, то щось може бути цікаве. Тут вопрос вот такой достаточно интересный, кстати, с этой ситуацией с мэром, потому что за ним же пошли там и другие мэры, сказали, что а мы тоже поддерживаем, у нас наша там громада нас поддерживает. То есть мы идем вот
мы же избранные люди, не назначены. Мы идем так, как наш электорат хочет эти действия. Вот они хотят смягчения этих карантинных мер. Поэтому вопрос теперь легитимности этих решений власти, центральной власти. То есть немножечко... А кто сильнейший, той и легитимнейший. Я так разумею. Зараз такие принципы. Да, наш легитимный. Всем передал привет. Да, потому что здесь вопрос. Насколько легитимны решения власти, которые, во-первых, изначально незаконно ограничивали некоторые там права и свободы граждан, а во-вторых, не поддерживаются некоторые там части населения, да? Ну и теперь уже в-третьих, все это зашло в судебную плоскость, и будут решения суда, которые скажут, насколько это было легитимно, законно, незаконно. То есть, ну, такий, опять такой правовой коллапс очередной. Ну, в итоге, що нам треба робити? Нам треба покупати отакі, ну, як тільки відкриються нормальні заклади, величезне відро попкорну і спостерігати за цим всім. Бо карантин все одно буде до 22-го, я так розумію. Якщо пан Шмигаль починає, пан Шмигаль, якщо сказав, він така людина, що... Так і буде. Так, да? І буде, да. Так і буде. Ну, побачимо. Дякую за пояснення. Мені набагато стало зрозумілішим те, що відбувається. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам розкажуть. Топ-блогери України. Привіт, друзі. Генеральний прокурор Ірина Венедіктова дала интервью. На этот раз она дала интервью правильному средству массовой информации, громадскому. Давайте послушаем. В понеділок прокурори сказали, повідомили про те, що досудове розслідування завершено і справа передається до суду. Зараз матеріали відкриті вже стороні захисту і іншим сторонам. Начинается все с дела Катерины Гандзюк. А до этого, он говорит, что президент сказал, что мы найдем заказчиков. Итак, заказчики найдены, убийцы давным-давно найдены, и активистов не устраивает. Представники сторони потерпілих стверджують, що не проведені всі необхідні слідчі дії, що залишалося ще 3 місяці. Активистов не устроило, на самом деле их не устроило то, что дело расследовано слишком быстро. Оставалось еще 3 месяца, почему вы еще вот 3 месяца не дорасследовали? То есть здесь, ну, ходят с плакатами, кто замовив. Это как бы подстегивает должно к действию. И вот действие проведено, расследование, но слишком быстро. И додаткові допити, и так далее. Тобто, дійсно, повністю те, що слідство могло зробити, воно зробило. И я хочу наголосить... За 3 месяца больше ничего не можно было сделать? Ну... Отличный вопрос от журналиста. За 3 месяца еще больше ничего нельзя было сделать? То есть вам говорят, смотрите, на расследование отведено там год, да, вам говорят. А расследование берут и проводят за 4 месяца. Радоваться надо? Нет, на самом деле радоваться не надо. Потому что когда ты активист, ты приходишь и спрашиваешь, слушайте, а вы провели за 4 месяца. А почему вы еще 8 месяцев не проводили это расследование? Ну, Євгенія Закревська, яка представляє інтереси Віктора Гандзюка, каже, що на їхні клопотання, які вони подавали, жодних слідчі дії здійснені не було. Жодних клопотань в справі від адвокатів немає офіційних. Жодних. Я лично не вірю, що Закревська могла врати, тому що вона ще й адвокат Небесної Сотні, а такі люди врати, як говориться, не можуть. Ну, оказується, що все-таки вона озвучувала одне, а на самом деле зовсім інше. Питає вас серед тих запитань, які я відібрав. Людина Олена Терещук питає, чому оголошення про завершення досудового розслідування було зроблено в день народження одного з замовників цього вбивства Владислава Мангера? Немало не конспірологічний вопрос. Тобто, подозрення спеціально підгадали к 50-летию Мангера. Це йому подарок. Подозрення проти нього, по якому йому грозить там... до пожизненного, да, это на самом деле подарок ему был. Можно, конечно, высчитать всех, кто родился в этот день, всех, кто родился в этот год, возможно, еще там интересно, кого найдем. Окей, тоді, от як ви для себе пояснюєте, так, ось настільки різко негативну реакцію людей, активистов из инициативы «Кто замовил Катю Гандзюк»? Ну и когда уже, в принципе, аргументы закончились, и оказалось, что все это порожняк, вообще, как вы можете объяснить такую негативную реакцию активистов? И здесь Венедиктова дает ответ,
которую ми заслужили. Я поважаю громадськість, я поважаю активістів. Интересно, вот из-за этих прогибов меньше фаеров у нее под домом будет, меньше асфальт будет расписан, меньше оскорблений будут звучать в ее адрес, меньше будут призывов к тому, чтобы ее убрали с ее должности. Нет, я не думаю. Наступна, це вже інша справа, справа Стерненко. Да, конечно. Есть два дела вообще в мире. Это справа Катерины Гандзюк и справа Стерненко. Це теж дуже резонансна. Вона зараз відійшла трішки на другий план. Тим не менше, ви вже певний час, як анонсували, що Стерненку буде повідомлено про підозру. Конечно. И Ирина Венедиктова анонсировала это так, что подозрение будет в любом случае, а вот по какой статье, я не знаю. Или умышленное убийство, или там убийство при превышении мер самообороны, короче. Останнього разу, коли ви про це говорили публічно, вже йшлося про те, що це буде обов'язково по статті 115 умисне вбивство. Чому цього ще не сталося, коли це буде? Хороший ведь вопрос. А когда наконец-то это произойдет? Ну, я вам забегая наперед, скажу, что никогда. Я не верю, что это произойдет при этой власти. Не, не верю. Этого ублюдка будут загонять уже следующие. И загонят, гарантирую. Да? Но сейчас ничего не будет. Ну, дивіться, знов-таки інформація – це така зброя, яку, як подаси. Питання йшлося не яка підозра і коли підозра. Питання йшлося про експертизи. А, речь йшла про експертизу. И здесь, на этом моменте, у вас, возможно, возникнет мысль, что, может быть, еще какую-то экспертизу по Стерненко заказали. Может быть, мало до этого, сколько там, 120 экспертиз, да? Может быть, мало последнюю, самую комплексную экспертизу, которую ждала СБУ. Они ждали эту экспертизу, чтобы наконец-то поставить точку. З того, що це в одному провадженні. На Стерненка було декілька нападів, вже є обвинувальні акти в суди по іншим нападам. І вони такі умисно пристегують. Несколько нападений на Стерненко, в частности, там непонятно, что за нападение, там какой-то один его знакомый там на него нападал и так далее. Вот к этому вот умышленному убийству, которое совершил вот этот вот самый активист Стерненко, да. Но это то же самое, что, вы знаете, несколько раз тебе били морду под пивнухой, потому что ты любишь там бухать со своими друзьями, и получал несколько раз по морде. А потом пошел, под домом встретил кого-то и зарезал, и в ходе этой стычки тебе тоже дали по морде. Надо пристегнуть обязательно предыдущие твои мордобития, да? Але 24 травня 2018 року це провадження якраз 12-15, про яке ми зараз говоримо, воно і йде безпосередньо про так само замахи на нього і дії від нього. Все-таки было покушение на Стерненко. Вы помните, в эфире Наташи Влащенко, Наташа Влащенко спрашивала, а есть доказательства, что это было покушение? Она говорила тогда, ну, генпрокурор, со слов Стерненко. А, понятно. Тому я казала у Наташи Влащенко, что прокуроры и слідчі вирішують це питання комплексно. Окей, то підозра буде? Більше, ніж я сказала, я вже нічого не додам. Я там не в групі прокурорів. Наверное, не буде. Так не будет подозрения, да? Потому что активисту ж можно убивать. Взагалі. У вас тому... утверждение, что подозра однозначно будет. Ну, как бы та чи інша, но вона буде. Вот я вас питаю, буде вона, чи щось змінилося, чи не буде? Зараз йде до судового слідства. Так, наверное, не буде. Ну, он молодец, он хорошо ее размотал. Не будет, да, подозрения? Убийцы подозрения не будет, да, Ирина? Тому я прекрасно розумію, на що ви зараз мене хочете під... На конкретну відповідь будь-яку. А як може от зараз бути конкретна відповідь будь-яка? Ну ви ж давали її «Українській правді». Відносно матеріалів експертизи. Зараз після цієї третьої експертизи призначені ще дві точкові експертизи. Вот оно! Да, нам не зря показалось. Після цієї найкомплексної, всеоб'ємлющої експертизи, которая должна была поставить точку, назначены еще две экспертизы. И знаете, они их будут назначать постоянно, покуда экспертиза не придет к выводу, что убитый сам упал на свой собственный нож, а не Стерненко его догнал и убил в положении лежа, да, когда тот находился уже раненым. Они будут назначать и назначать все новые и новые экспертизы, пока не получат тот результат, который им нужен. А им нужен результат, который позволит им поцеловать в задницу убийц, которые 6 лет вольготно себя чувствовали в Украине. То блогеры Украины. Ильяна, дуже дякую за те, що ти сьогодні нам пояснила,
в цих перипетіях політичних, юридичних. Політика, юридичних, да. Все смішалось, коні, люди. Да, ну, таке життя, так і ми до нього вже звикли. Да. Радий тебе був бачити і сподіваюсь, невдовзі ми побачимось ще раз. Взаємно, спасибо. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.